Здесь в кадр. Здесь в кадр. Не надо трогать меня, окей? Че ты снимаешь? Камеру убери. Ты можешь меня не трогать, чувак? Пойдем. Что? Какой вылет? Большая битва началась. Игра по-крупному. Вы хотели, вы получите. Всем привет, Гэрис, сегодня новый день, а значит новый влог. И сегодня... Что, фрик, что ли? Короче, Андрей заболел, вот. И еще у меня сегодня, короче, новый оператор. Вот, Ава. Я надеюсь, что он молодец. И если он молодец, ставьте хэштег «оператор крут». А если не молодец, ставьте хэштег «оператор отстой». Посмотрим за весь влог и решим, да? Готов к критике, да? Готов. Меня любят побольше, знаешь, там, приближение, увеличение. Можешь, знаешь, прям на каждое слово я вот говорю, а ты прям хоп-хоп-хоп-хоп. Так вот, я решил снять видео, которое мы уже снимали. Вы поставили там много лайков, оно набрало почти 1 000 000 просмотров или 1 000 000. Говорит «Да» с Евой, 24 часа. И мы решили продолжить эту тему, и сегодня Ева будет больше говорить «Да». Да, сегодня Ева будет больше говорить 24 часа «Да», чем в тот раз я. Да? Да. Ты любишь говорить «Да»? Да. Да? Ой, слушай, можешь мне массаж сделать, да? Немножко, да. Немножко, да? Конечно, могу. О, хорошо. А можешь делать... О, блин, у меня так болит. Короче, в последнее время я занимаюсь в спортзале каждый день почти что. И мне прям так... Класс. Я, пап, я чего не понял. Я думаю, мы сегодня что-нибудь интересное сделаем, да? Да. Сегодня, кстати, в Москве реально хорошая погода, так что подписывайтесь на канал, взрывайте кнопку подписаться вот так вот, и тогда у вас будет хорошее настроение каждый день. Да? Да. А любишь своих подписчиков? Да. Любишь своих хейтеров? Да. Будешь мне сегодня массаж делать? Ну, Гер, ну, пожалуйста. Видите, как хорошо иметь такую девушку, которая, ну, безотказная. Делаешь чайку? Да. Пока Ева делает чай, я хочу сказать вам, я вас очень сильно люблю, и я буду продолжать снимать видео. Мы скоро уезжаем в Америку, и оттуда вас ждет тоже куча влогов, но я думаю, все будет, да? Вы считаете, да? Вот, да, вы считаете, да. Ева, хочешь убраться? Спасибо. Ну, а пока Ева убирается, я хочу вам сказать, чтобы у вас все было хорошо в жизни, чтобы вы были счастливы. Андрей! А пойди, пожалуйста. Так, что за происходит? Что ты хочешь? А чего, например? Что происходит? Что происходит? Ты сдаешь. Нет! Смотри, давайте без разбития пола у тарелок только. Ты же хочешь разбить тарелку вот так вот сильно об пол? Да, но я босиком. А, я сейчас тапочки принесу. А нет. Можно об его голову разбить? О, ты хочешь разбить тарелку об его голову? Да. А я нет, я не хочу. Знаешь, как говорят, знаешь, вот когда фильм снимают, вот у нас сегодня новый оператор, так же надо вот разбить тарелочку. Давай на ней напишем что-то. Ты беспощадный. Не, ну подписчики, вы же меня понимаете, что я, ну, любя, что как бы, ну... Да, да. А что, допустим, сразу об голосе разобьет тогда тарелку. Слушайте, ну это, конечно, можно. Это можно, но... Это нужно, я бы сказал. Да? Да. Ев, мы тут придумали себе покруче задание. Да нет, в смысле? Нет. Подожди, ты только сказал, да? Подожди, да. Как это нет, Евуль? Ты меня бесишь. Ну что, ты хочешь разбить эту тарелку? Да. Гэри, влог. Стой, все в укрытие! Как говорится, влоги Гэри не разбить. Да. Господи, она прям на мелкие кусочки разбилась. Я думал, она так, знаешь, разобьется чуть-чуть. Ой. Ну ладно, ладно. Так вот, я рад, что мы начали такие, знаешь, более активные влоги. Вот. Да, я знаю, что сейчас буду делать. Я не хочешь, себя. Ты хочешь принести мне швабру, чтобы я убрал? Да. Принеси, пожалуйста. Смотрите, как говорится, на правильных решениях, на мужских поступках. Нет. Без розетки может работать пылесос, да? Да. Наши новые пылесосы работают без розетки. Иоль, ты же хочешь остаться в лифте, да? Ну, прокататься еще разочек, да, без нас? Да. Ладно. Давай. Давай. Покасики. Аливидерчи, бон вояж, бон пари. Не общаюсь с тобой. Хочешь бургер ешь? Да, но нет. Да, все-таки да? Ну да, потому что надо, но... Ну понятно, а бургеры есть, все и все. Пойдем.
Гер, да. Можно закрыть, а пообещаешь, что закроешь и не будешь смотреть. А это жестко, скажи сразу. Это жестко, закрой глаза. Андрей любит кое-что очень сильно, безумно, типа сильно. Вообще безумно просто. Вот, и я ему сейчас это подарю. Вот, типа, очень-очень сильно. Он мечтал об этом. Вот, сейчас. А! Ты готов? Подожди. Ты готов? Эту руку вытягивай вот так вот. Да! Не бойся! Типа максимально жестко. Нет, да, быстрее, потому что она сейчас вылезет из пакета. Это максимально жестко. Что? Какой вылезет? Максимально. Даже когда ты это почувствуешь, не открывай. Окей. Нет! Нет! Что это? Фу! Фу! Стой! Я понял. Хватай. Главное, чтобы он не вылетел сейчас. Можешь открывать глаза. А знаешь, кто увидел, попросил купить? А увидел Ева. Тебе. Теперь хозяин заботится о нас. Lucky Charms! Charms! Это ребеночек, просто ребенок Дега. Офигенно! Гаррисы! Да. Спасибо! Так по-гейски, пожалуйста. Поцеловал тебя! Я думал, вы мне пишете гей на руке. Чем? Ну что, Ев, слушай, а ты же хочешь, чтобы я тебя сейчас одел как-нибудь интересно? Да. В каком-нибудь магазине, да? Как-нибудь необычно, и ты потом здесь прогуляешься в этой одежде. Да. Да, вот, Ева хочет, так что поехали в магазин. Ну давай, а ну сегодня нет другого выбора, на самом деле. Давай, Ивуль, ты же хочешь. Померь, прям здесь, прям можешь сверху. Да. О, найс. Вообще, я вижу, что лазит отлично. О, мне нравится. Ну, постой. Даже стильно, я бы сказал. Даже есть в этом шарм. Подожди, Ев. Тебе же тоже этот нравится? Да. Поэтому этот. Ага. Так, теперь ободочь. Так, хорошо. Как вам нравится, Гаррис? Если вам нравится, подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. А, да, мне нравится. Ев, ты секретный агент. Ев, тебе же нравится эта сумочка? Да. Да. Классный костюмчик, тебе не кажется? Классный? Да. Мне нравятся эти единорожки. Как раз. Отлично, берем. Смотри, что это. Ты же хочешь сама себя одеть, да? Я же тебе эти одел. Спасибо. Ева хочет теперь сама. А. И все, счастье, Ев? Конечно, Герточка. Вот, все, это явно лучше. Мы оставляем ободок. Что это? Ев, стильно выглядишь, я тебе говорю. Ну что, друзья, вы долго этого ждали. Я знаю, что вы этого хотели. Я знаю, что вы к этому готовились. Большая битва началась. Игра по-крупному. Вы хотели, вы получите. Ева в моем образе, который я и собрал. Безотказная Ева Миллер. Не лезь в кадр, они еще будут удалять. Не надо трогать меня, окей? Че ты снимаешь? Камеру убери, блядь. Ты можешь меня не трогать, чувак? Слушай, ты можешь меня не трогать? Да тебе что? Просто меня не трогай, ладно, хорошо? Че ты меня сейчас трогаешь? Я снял, удаляем кадры. Да, давай еще поснимаем. Кадры удаляем, я тебе говорю. Гер, пойдем. Давай здесь. Так вы что, снимаете? Чувака, микрофон. Чувака, микрофон. Я его даже не заметил сначала. Ну говори Инстаграм, чё? Polar Real. P-O-L-O-R. Нижнее подчеркивание и Real. Всего. Если спасибо. Вам понравился этот парень, который на нас наехал, подписывайтесь на него в Инстаграме. А ты хочешь со мной сходить в этот магазин? Да. Ты хочешь мне что-нибудь купить? Да. Пойдем тратить твои деньги. Ев, ты хочешь мне это подарить? Да. Клади свою корзиночку. Это вообще-то моя сумка. Ев, а ты не хочешь всего вот эти три купить? Да. Кира, тебе немного будет? Нет, мне кажется, 6 нормально, да, Ев? Нормально? Да. Спасибо, Евочка. Успешно. Спасибо, Ева. Ты хочешь понести, да? Конечно, спасибо, да. Спасибо, Евочка. Спасибо. Желаю всем таких вот девушек, которые на все идут, знаешь, на все готовы. Это круто. Евуля, а ты же хочешь сесть на поезд? Ты же в таком образе классном. И крикнуть из поезда. Я люблю единорогов. 5 раз крикнуть. Да. Конечно. Сейчас мы его тормознем. Да. Можно зайцем. Как-то можно сесть? Можно забыть. Ева, давай залази. Ну и вот тебе и покатались на поезде. А, ну что, вот мы пришли домой.
Ев, ты же хочешь расставить мои новые игрушечки, да? Хочешь? Угу. Да, я уже знаю. 10 часов вечера, Ева уже устала. Давай. Ну ничего. Ев, понимаешь, работа сделай из обезьяны человека. Чего? Так это было прямое оскорбление. Почему? Потому что ты сказал, что она обезьяна. Нет, я хотел... Давай. Вы мне не дали сказать. Я хотел сказать, а из человека она сделает... Меня бомбит! Я предлагаю Чугрулю поставить в центр. Ладно, нет. Давай, расставляй. Я ничего, ты думаешь, я их снимаю, я даже не снимаю. Разговариваю с вами, они вообще что-то делают там с вами. Это наша домработница. А, ты про Свету? Фатхия. Почему Фатхия? Вот, не можешь оттуда вот там открыть? Что происходит? Не можешь открыть эту штуку, пожалуйста? Ну, хочешь посмотреть на твой попис. Так сильнее, не так. Вот, видите, как говорится, вид открывается. А можешь отсюда достать? Нет, там... Тарелку. Вот, видите, как бы... Я считаю, что веселее просто. А в чем прикол-то? Аааа, на видео посмотришь. Нет, Свет, приколов нет никаких. Все хорошо, ты молодец. Можно оставить обратно, на самом деле. Давай. Вот, да, в общем-то так. Ты молодец сегодня, вот. Так что тебе за это полагается... Поцелуй. Да, давайте. О, да. Что, завтра новый день. Ставьте пальцы вверх. Если хотите таких классных, крутых видосов, то обращайтесь ко мне и обращайтесь к моему каналу. Всем пока. Пока!